Добро пожаловать в спортцентр «Эскалибур». Наш клуб представляет собой огромный спортивный зал, это 400 квадратных метров полезной площади, который мы делим на несколько секторов, в котором могут заниматься разные группы. Многие залы имеют мягкое покрытие, которое позволяет успешно тренироваться ребятам, которые занимаются борьбой или рукопашным боем. Зал снабжен набивными мешками и грушами для отработки ударов. Наличествуют манекены для отработки приемов рукопашного боя. Стенды для метания ножей. Кроме всего прочего, существует небольшой уголочек, где можно заниматься силовой гимнастикой. Там представлены самые простейшие наборы и набор гантелей, силовых весов для атлетических тренировок. И помимо этого в нашем клубе присутствуют два малых зала. Один из них ориентирован на фехтование, а второй больше подходит для занятий танцами и находится на втором этаже. Итак, мы находимся на втором этаже нашего спортивного центра. Здесь у нас оборудован небольшой зал, в котором занимаются различными видами танцами. Иногда здесь устанавливаются пилоны, и девушки могут заниматься танцами на пилоны. Пилоны также могут убираться, и тогда это помещение превращается в очень уютный небольшой танцевальный зал. Мы приветствуем вас в спортцентре «Эскалибур», который ориентирован на занятия разными единоборствами, самыми разными единоборствами. У нас представлено много систем рукопашного боя, собственно, рукопашный бой, кикбоксинг, тайский бокс, айкидо, карате. Но, конечно, основной особенностью нашего клуба является большое количество разнообразных европейских видов боевых искусств, в первую очередь разнообразного европейского фехтования. Основной чертой нашего клуба является то, что мы очень много внимания уделяем различным видам европейского исторического фехтования. И сейчас мы находимся в зале, который одновременно служит и специализированным залом для уроков по фехтованию, и тем местом, где хранится множество инвентаря, который я с удовольствием вам покажу. На этой оружейной стойке представлены различные виды длинных и двуручных мечей. Это основное фехтовальное оружие, которое было популярно в Европе 15-16 веков. Позже на смену мечам пальму первенства в системах фехтования перехватывают ренессансные рапиры. Здесь мы можем видеть клинки, и вернее реплики клинков, которые выполнены из пластика, для того, чтобы можно было участвовать в соревнованиях. На этой стойке представлены как длинные ренессансные рапиры, вот, например, вот такой экземпляр, выполненный из стеклопластика, так и более современные образцы, привычные нам сабли, которые тоже используются для соревнований по дуэльному фехтованию. Ну и, наконец, здесь на вот этой стойке представлено спортивное оружие. Мы очень много тренируемся с использованием современного спортивного оружия и снаряжения и разнообразные виды спортивных клинков. Реплика исторического оружия с гибким клинком, например, как вот такая рапира, реплика рапиры 18 века, представлена на этой оружейной стойке. Отдельного внимания заслуживает небольшая экспозиция репродукции изображений старинных фехтбухов, по которым можно проследить всю эволюцию развития европейского фехтования от 13 века до века 21. Вот, например, в нашем клубе проводятся занятия по европейским историческим боевым искусствам. Это направление известно под аббревиатурой ХЕМА. И визитной карточкой этого направления является фехтование с использованием длинного меча. У меня сейчас в руках традиционное тренировочное европейское оружие, меч для занятий фехтованием, который называется Федершверд. Это оружие применялось для тренировки фехтования очень давно. Изображения таких клинков присутствуют уже в учебниках 15-16 века.